квадрате внутрь нарисовали правильный треугольник. Вот давайте обозначим вершину квадрата ABC. И эту точку обозначим Е. ABCD квадрат, ABE равносторонний треугольник. Требуется найти величину угла EDC. Давайте я покажу, как то же самое можно было бы считать вообще без уравнений. Смотрите. Ну давайте. Все понимают, что угол АВЕ это 60 градусов. 60 градусов. Значит, вот этот угол 30 градусов. Потому что у квадрата 90, 90 минус 60 это 30. Треугольник равнобедренный. У любого треугольника сумма углов 180. Если здесь 30, то их сумма сколько? 150. 150 пополам сколько? 75. А если здесь 75, а здесь 90, здесь получается 15. На самом деле то же самое. Это то же самое, только без уравнений. Понятно? Отлично, спасибо. А вот теперь в геометрии часто используются всякие повороты, симметрии, параллельные, переносы. Вот этот отрезок, да, который я сейчас построил. Это и есть при параллельном переносе. Да? Тот самый вектор, на котором, да, по длине. Это есть вектор параллельного переноса. Поэтому вот эти три отрезка равны. Отлично. Давай красным нарисую отдельно сделаю. Эти три отрезка, да, коричневого, эти три отрезка равны. Увидели? Да. И все. Поэтому есть вот такая окружность. А мы. Вот здесь, вообще-то, угол 30 градусов. Так? Здорово получилось. По теореме о вписанном угле здесь 15 градусов. Покажи, на какую дугу он опирается. Вот на эту. На дугу. А почему 15? А потому что центральный угол 30. 30. Все поняли идею?